Так вот, слабаки, слушайте сюда. Я сержант Каллахан, Национальная гвардия. Мне совсем не по нутру командовать необстрелянными гражданскими, но нацисты просто не дали нам времени. Похоже, нам придется надеяться только на свои силы. Мы возвели баррикаду на 43-й улице. Необходимо удерживать эту позицию как можно дольше, чтобы восстановить движение метро и эвакуировать как можно больше мирного населения. Давайте, ребята! Здесь на станции метро можно разжиться оружием! Вперед! Шевелись! Похоже, пришло время добыть себе нормальный ствол и задать жару этим нацистским упёкам. Вооружайтесь и передайте немцам привет! Пошли! Они атакуют баррикаду! За мной! Thank you.
вижу!